Железногорские многоэтажки продолжают зарабатывать на рекламе. Около 150 домов в разных районах города оборудованы баннерными конструкциями. Их число, отмечают в ГЖКУ, неуклонно растет. В зависимости от размера рекламного полотна, в год на счет дома поступает около 50 тысяч рублей. Заработанные средства владельцы железногорских квартир решением общего собрания в основном отправляют на ремонт подъездов. Счет этих денег выполняется вот конкретно по этому жилому дому. В этом году выполнен ремонт этой переходных лоджий. Вот. А по прошлому году был выполнен ремонт посадочных подъездов, посадочных площадок у лифтов по всему жилому дому. Пока, отмечают коммунальщики, инициатива оборудовать ту или иную железногорскую многоэтажку местом под рекламный баннер исходит от бизнеса. Предприниматели сами предлагают жильцам установку и монтаж баннера и арендную плату за него. У жителей, как отмечают сами железногорцы, часто нет времени и желания даже распорядиться легкими деньгами. Люди просто не приходят. Это у нас особенность нашего дома. Жека это знает. У нас дом, просто жильцы некоторые уже давно живут. Такие пассивные, очень пассивные жильцы. По жилищному кодексу собственники квартир могут получать прибыль от всей инфраструктуры дома. Главное, говорят железногорские коммунальщики, захотеть и научиться правильно распоряжаться общим имуществом. В противном случае перечень и виды необходимых ремонтных работ за собственников определит ЖЭК. Thank you.